весь рок. Отлично. Все испытания пройдены. Иди со мной. Пора нам во всеуслышание признать тебя Довокином. Теперь ты можешь изучить последнее слово безжалостной силы. Да. Значит, толкать. Да. Составленный из трех слов, этот крик станет намного сильней. Мастер Духа сейчас поделится с тобой своим знанием. Да. Между нами и приготовься. Немногие смогут выстоять против неукротимого голоса Седобородых, но ты сможешь. Седобородых обрушилась на тебя, но не сгубила. Высокий Хротгар открыт для тебя. Вы, кажется, болтали со Свеном, я прав? А, впрочем, неважно. Но на... Ну, вообще, Ривервуд даже ничего. Для нордской деревеньки, конечно. Он, видите ли, бард. Иногда, правда, снисходит до работы на лесопилке. Думает, что его баллады и сонеты помогут ему завоевать Камиллу Валерию. Как будто она пойдет за него. Красивая и умная женщина никогда не купится на эти глупости. Надеюсь. Мне сейчас не до шуточек. Однако некая логика тут есть.
Может, нужно помочь Камилле осознать, кто такой на самом деле этот Свен? Тебе не трудно передать ей это письмо и сказать, что оно от Свена? Думаю, мне удалось в точности воспроизвести стиль этого бестолкового норда. Недавно в Ривервуде? Если ищешь работу, поговори с Кодом на ресурсе. Вряд ли за тобой следили. Пошли. У меня есть план. Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Нет, мне не стоит. Меня могут заметить и узнать. Но тебя никто из них не знает пока что. Посланница Талмора Элен Вен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. За юность я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Элен Вен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малва. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, смеющийся Грэсси. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Элен Вен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малбордом. Есть вопросы? Нас Авангард ждет светлый, каждый рад жизнь отдать. Но прежде очистим мы отчизну свою. Тут ты начнется. Тебе нужно будет ускользнуть с приема, не поднимая тревоги. Потом найти кабинет Элен Вен и просмотреть ее бумаги. Малборн сможет показать тебе, где это. Хорошо. Береги себя. Фэндл думает, что может увести у меня Камиллу Валерию. А я меж тем ему не раз говорил, что она уже моя. Что это? Эльф решился на такое коварство? Ужас просто. Как будто я мог написать такую ересь. Что скажешь, если мы сыграем с Фэндлом в эту игру? Вот. Пришлось использовать простые слова, но зато Камилла поверит, что письмо от него. Ладно. За юность мы пьем, прошлым дням наш поч...
Если ты хочешь вступить в Легион, поговори с Рикки. Если же нет, не попадай в неприятности, а то закончишь как Крокер. Что они делают с дядей Рогвером? Скажи им, что он не виноват. По местам. Свари, иди домой. Иди домой и сиди там, пока Давай не придет уже. Мама. Ты нас предал. Скажи ей, что ее дядя мерзавец, который предал своих... Нужно что-то. Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талморских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Ты меня спрашиваешь? Она обещала прислать человека, который знает, что делает. Я ожидал больше. Если хочешь остаться в живых, я пронесу туда то, что тебе нужно, чтобы тихо ходить и быстро убивать. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Почему мы остановились? В чем дело? Хорошо, я постою на страже. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона.
позабочусь. Все в порядке? То, что нужно пронести в посольство, уже у Макберна? Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я сохраню их до твоего возвращения. У тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Ну и то, что найдешь на месте. Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве в таком виде. Тебя не пустят на прием в Талморском. Сульс? В таком виде. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что? Пора садиться в экипаж и ехать в посольство. Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи! Кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. И какой шикарный экипаж, надо же! Мое почтение, господин! Я опоздал из... Исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше. Часто за день, на праздник. Точно выпивку не пропустите. Добро пожаловать в Талморское посольство. Ваше приглашение, пожалуйста. Маловато народишко пить стало, правда? Благодарю, господин. Проходите. Вот мое приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Это нравится. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Элен Вен, посол Талмора в Скайриме. А вы? Ах, да. Я видела ваше имя в списке гостей. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Прошу прощения.
Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Что вам принести? Ты на приеме. Хорошо. Как только ты отвлечешь стражу, я открою дверь, и ты сможешь пройти дальше. Надеюсь, мы оба доживем до завтра. Да, что тебе нужно? Конечно, я посмотрю, есть ли у нас еще такая бутылка. Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Чем могу служить, господин? До встречи. Эллен Вен всегда устраивает пышные приемы. Я по своей воле ни одного не пропущу. К вашим услугам гостеприимство Талморского посольства. В этом зале можно наблюдать вырождение империи, причем невооруженным глазом. Прошу, угощайтесь, пейте вино. Что-то тебя тут раньше не бывало. А я знаю всех важных людей в Скайриме. В этом зале можно наблюдать вырождение Империи, причем невооруженным глазом. Великая война в прошлом. Эллен Вен всегда устраивает пышные приемы. Я по своей воле ни одного не пропущу. Ты верно недавно в Скайриме, раз не знаешь, кто я такой. У меня есть доли во всех крупных компаниях Солитьюда. Я думаю, что пора уже забыть обиды прошлого и посеять семена мира и процветания между Империей и Альдмирским Доминионом. Вот я и помогаю, как могу. К тому же между нами это приносит мне кучу денег. Ну. Что тут надо сделать, чтобы тебе налили... Эй, ты, служанка! Как тебя зовут, крошка? Брелос, господин! Друг мой, это совершенно верно! Я ужасно страдаю от жажды и не могу ее утолить! И никто из слуг не приносит мне выпить! Эллен Вен, наверное, запретила мне наливать, тварь фригидная! Не каждый это говорит! Боится, что я опять устрою дебош, наверное! Доходит до женской фигуры. Спасибо, господин. Ты, очевидно, тут недавно. Задавать такие прямые вопросы на приемах у Эллен Вен дурной тон. Не уходи далеко. Но мне нечего скрывать. Я прибыл с юга по делам. Если хочешь торговать в Тамриэле в наши дни, лучше привыкнуть вилять хвостом перед Талмором. Нравится тебе или нет? Я хочу еще выпить. Да, что тебе... Пожалуйста, господин, лучший калавианский бренди. Чем еще могу служить? Что тут надо сделать? А, щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Чудесно! Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивать сцены — это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Внимание всем! Пожалуйста, послушайте меня! Я хочу сделать объявление! Да, что... Конечно! Я посмотрю, есть ли у нас еще такая бутылка. Я буду ждать у двери, пока... Пошли! Пошли! Пока нас не заметили! Чтобы кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели. Хотя... Вы почти все уже с ней в постели. Но все же... Я, конечно... Говорить буду я. Ладно, ладно, уберите руки. Ладно уж, я отступаю. Мы же не хотим оскорбить... Пока все хорошо.
Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости. А говорить буду я, хорошо? Иди за мной. Кто идет, Малборн? Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Твои вещи в этом сундуке. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Удачи! Видели утром рассчитывай теперь только на себя. Что это было? Новый мир. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Я и не знал, что... Удачи! Вы видели утром рассчитывай теперь только на себя. С кем это они? Новые миротворцы-посланника? Нет. Это высокие маги прямо из Эленора. Кажется, сама наконец забеспокоилась из-за драконов. А, хорошо. Даже интересно, как бы мы сами могли от них защититься? Если дракон появится, лучше пусть сначала сожрет мага. Тогда, может, нам хватит времени, чтобы его прикончить. Ха! Хорошо бы этих заносчивых ублюдков ткнули носом в грязь. Всегда они на нас смотрят сверху вниз, как на муравьи. Ладно. Пошли лучше патрулировать.
горишь! Это... Столько расходов. Тихо. Не зарывайся, Гиссу. Ты очень полезен, но не зарывайся. У нас есть и другие информаторы. Менее наглые. Но никто из них не дает вам таких ценных сведений, верно? Этьен же заговорил, правда? Он знает, где находится тот старик, которого ты ищешь. Сам мне сказал. Получишь остаток денег, если его история подтвердится. Как договорились? Он заговорил. Я так и знал. Все говорят, рано или поздно. А теперь у меня много дел. Не мешай мне, если хочешь увидеть остаток своих денег. Может, я могу помочь? Он скажет мне. Он мне доверяет. Ты хочешь спуститься со мной вниз? Так, Гиссу? Советуешь нам ослабить его путы и посадить тебя к нему в камеру? Спрашивай его о чем угодно. И посмотрим, как он ответит. Нет-нет, я снаружи подожду. Так-то лучше. А теперь убирайся. Они тоже... Не надо, пожалуйста! Я больше ничего не знаю. Я бы уже все вам рассказал. Тихо! Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Мастер Рулендил задает вопросы. Начнем сначала. Нет! А ты знаешь правила. Пощадите! Вы уже все знаете. Начнем сначала, как обычно. Все у меня сгорят! Thank you.
Я же сказал, ничего больше не знаю об этом. Что? Кто? Чего ты тогда хочешь? Да, конечно. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Очень надеюсь. Если это тебе поможет их обдурить, буду рад помочь. Они ищут какого-то старика по имени Эсберн. Что-то связанное с драконами. Я слышал их разговоры, когда они решили, что я вырубился. Я видел в Рифтоне одного типа. Они думают, что это он. Больше нечего добавить. Я даже не знаю, где он живет и как его зовут. Но они и так чуть не до потолка прыгали от радости. Вот так. Теперь давай отсюда выбираться. Нет проблем. Спасибо за помощь. Я у тебя в долгу. Найди меня в Рифтоне, если выберешься отсюда. Ты в ловушке, и мы взяли твоего сообщника. Сдавайся, или оба умрете. Плевать. Тихо, я уже мертвый. Иди. Медленно. Не стоило сюда приходить.